23 июня на улице Махалина, 24, сотрудниками отдела ГИБДД УМВД России по Дмитровскому городскому округу было проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Тонировка» по устранению несоответствующей нормам законодательства темной пленки. Госавтоинспекторы отмечают, что конец июня принес аномальную жару в регион, и жгучие солнечные лучи спровоцировали всплеск желающих автолюбителей полностью затонировать пленкой автомобиль. Согласно диспозиции статьи 12.5, часть 3, прим. 1, за управление транспортным средством, на котором установлены стекла, светопропускаемость которых не соответствует требованиям технического регламента по допуску транспортных средств к эксплуатации, предусматривается административный штраф 500 рублей. Кроме этого, нарушителю на основании статьи 13 и статьи 28 Федерального закона о полиции выдаются требования о прекращении противоправных действий и устанавливается срок на снятие тонировки до 10 суток. Если по истечении указанного срока правонарушитель не выполняет данного требования, то в отношении него составляется административный протокол по статье 12.3, части 1 Кодекса об административных правонарушениях «Невыполнение законного требования сотрудника полиции». Ответственность за данное правонарушение предусматривает наложение административного штрафа от 2 до 4 тысяч рублей, либо административный арест до 15 суток, либо обязательная работа на срок до 120 часов. Светопропускная способность лобового стекла и передних стекол автомобиля должна быть не менее 70%, но многие водители игнорируют требования технического регламента и управляют автомобилями с сильно затонированными стеклами. За 2021 год сотрудниками ГИБДД привлечено к ответственности за данное нарушение 687 административных правонарушителей. Кроме того, участились случаи повторного невыполнения законных требований, что влечет за собой привлечение к административной ответственности. Данные граждане были помещены в УВД до решения суда. За время проведения оперативно-профилактического мероприятия было выявлено 8 нарушений по тонировке. Руководство ОГИБДД напоминает, что тонированные стекла напрямую влияют на безопасность дорожного движения. Наличие тонировки снижает видимость, а это большой риск стать участником ДТП как для самого водителя, так и других участников движения и пешеходов.